царь Древней Македонии, великий полководец и ученик Аристотеля. Александра Македонского даже спустя более 2000 лет вспоминают и чтят как великого объединителя. В Казанском центре «Эрмитаж» открылась выставка с уникальными античными экспонатами, которые позволят посетителям узнать о личности Александра Македонского и его восточном походе, самом длинном в истории человечества. В основу выставки легло около 400 экспонатов. Среди них и предметы декоративно-прикладного искусства, и скульптуры, и живопись. Выставка рассчитана на посетителей любого возраста. 41 ящик артефактов был привезен сюда. 41 ящик артефактов. То есть это действительно очень большая еще и ответственность. Ведь любая транспортировка такой коллекции, она для любого музейного пространства, для любого музейного центра, это не просто проект, это большая зона ответственности. Выставка «Александр Македонский. Путь на восток» создана совместно с Государственным Эрмитажем. Она составлена в атмосфере диалога культур. Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов. Об атмосфере, в которой рос Александр Македонский, о восточном походе, а также о наследии царя Древней Македонии. Одной из особенностей выставки является наличие интерактивных станций. На одних можно что-то откопать, на других ощутить аромат этого времени. Есть, кстати, еще и тактильные экспонаты для незрячих людей. Ну а вот этот экспонат называется «Бочка Диогена». Усевшись внутри, можно услышать историю об Александре Македонском и Диогене. Выставку уже успел посетить Ментимер Шаймиев, первый президент республики. Он отметил, что эта экспозиция имеет огромное значение для жителей Татарстана. Еще при жизни Александр Македонский стал легендарной личностью, которая повлияла на историю человечества в целом. Возможность узнать о нем в стенах Казанского Эрмитажа уникальна, ведь экспонаты долгое время хранились за закрытыми дверями собрания Государственного Эрмитажа. Посетить выставку можно будет до 8 октября по предварительной записи. Экспозиция представлена в разных форматах – с аудиогидом, игровой программой для школьников или семей. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.